Здорово, это обзор от mob.org, и я, да кто бы сомневался, Трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите: летающий автомобиль, отстрел роботов, Рика и Морти, 3D-ролевуху и серфинг-раннер. Поехали! У всех бывают типичные ситуации, когда автомобиль подпрыгивает на трамплине и летит в небеса, сбивая птиц. В аркаде Super Car Plane тебе и предстоит выходить из этой бытовой ситуации. На пути, как всегда, будут чайки, воздушные шары, тучи, вертолеты и, конечно же, дельфины. Куда же без них? В твоих задачах наклонять устройство для управления полетом и обходить препятствия этапом, используя нитро в воздухе. Достигая максимальной дистанции, ты будешь обходить товарищей в таблице рекордов. Забавная и стильная игра, не находишь? Роботс — это хрен знает что в неплохой графической обертке и стилизации. Находясь в корпорации под названием Y, тебе потребуется отстреливаться от нарастающих волн роботов, от самых малых до крупных боссов. За истребление врагов ты будешь получать бонусы, за которые ты сможешь модернизировать и покупать оружие. А при желании можно потратить кровно заработанное на разблокировку новых участков локаций для пополнения стратегических точек. Вот добавят кооп и побольше карт, и цены ей не будет. Присоединяйтесь к мультивселенной Рика и Морти. Это божественная игра, в которой по принципу покемонов ты должен собрать всех Морти. Победи диких Морти, приручи их и воссоедини с Риками. Померяйся силой с другими Риками, заставляя внуков сражаться друг против друга. Выигрывай призы, выполняй квесты знаменитых героев мультфильма и собери всех 70 Морти из мультивселенной. Вся игра пропитана великолепным сортирно-интеллектуальным юмором, так полюбившимся фанатам. А закрученный сюжет и пошаговые сражения заставит вас просто скванчить от наслаждения. Кстати, ставь лайк, если тоже любишь скванчить, как и я. Battle Hunt — это самая красочная пошаговая РПГ на сегодняшний день. Ужасная королева Аметист восстала из-за вения, призвав самое гнусное создание за собой. Храбрые эльфы, маги и бойцы должны найти свое древнее оружие, вспомнить старинные боевые заклинания и сплотить ряды, чтобы разгромить армию злой королевы. Тут ты сможешь нанимать новых героев, покупать и прокачивать карточки, которыми ты и будешь производить заклинания, а также сражаться с другими чемпионами. Тебя ждет мир, полный приключений, с великолепной мультипликационной графикой, качественной анимацией и затягивающим игровым процессом. Ну и последняя игра, призванная отлично скоротать время и поднять настроение, это Surfing Ace. Прокатись на доске по океану, пещерам, снежным горам и даже по пустыням. Особенность раннера в его геймплее. Вместо того, чтобы управлять персонажем, тебе предстоит двигать окружение вверх и вниз для удачного скольжения серфингиста. Разблокируй 20 персонажей, зарабатывай бонусы и играй вместе с друзьями в мультиплеерном режиме. А на сегодня это все, расходимся! Не забываем скачивать игры с нашего сайта бесплатно, ставить лайчики и смотреть пропущенные видео. И глядишь, завтра проснешься, просто проснешься. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. До скорого!